Добрый день. Я Финичев Александр, и мне 44 года. Это мой отзыв на тренинг Павла Колесова «Практика самогипноза 1. Снятие стресса и быстрый отдых». По-моему, это самый легкоприятный тренинг Павла Колесова. Все задания в нем связаны только с вхождением в трансовое состояние, что само по себе уже является удовольствием, по крайней мере для меня лично. Я использую транс в повседневной жизни уже, наверное, 2 года или, может, чуть больше. Я трансуюсь, это слово звучит странно, но состояние, которое оно описывает, очень приятное, и без него я уже слабо себе представляю свой день. Я трансуюсь ежедневно, а когда получается, делаю это по нескольку раз в день. Начинал я с 15-20-минутных трансов, затем перешел на 30-минутные и более длительные. Если в какой-то из дней не потрансовался, то возникает чувство, что мне чего-то не хватает. Трансы из тренинга возможно использовать в абсолютно различных ситуациях и для разных целей. Самое главное и первая цель – это, конечно же, ослабление, отдых и, как следствие, улучшение состояния здоровья. И это естественно, так как большинство людей, в том числе и я, живут в постоянном и достаточно ощутимом стрессе. Трансы же позволяют расслабиться, отдохнуть, восстановиться, набраться сил за очень короткий отрезок времени. После 30-минутного транса лично у меня возникает ощущение, как будто я хорошо поспал несколько часов. Появляется дополнительная энергия и силы для выполнения поставленных целей и задач. Я также уверен, что то, что я выгляжу значительно моложе своего биологического возраста, это результат ежедневного осознанного вхождения в трансовое состояние. Кроме того, я часто использую трансы для связи со своим бессознательным и получения ответа на интересующие меня вопросы. Это не только вопросы, на которые можно получить ответ «да» или «нет». Часто в трансе приходят варианты решения задач, которые возникают в повседневной жизни. И, как правило, эти решения оказываются простыми, доступными и эффективными. Также трансы позволяют настроиться на эффективное выполнение профессиональных задач. Для меня это важно. Я являюсь коуч-ассистентом Павла Колесова по устранению внутренних конфликтов. И практически всегда я использую трансы для подготовки к сессиям и настройки на их качественное и эффективное проведение. Из собственной практики могу сказать, что сессии, перед которыми я настраивался с помощью трансов, здесь хватает и 10-15-минутных трансов, проводятся быстрее. 30 и более минутные трансы позволяют практически полностью восстановиться после длительных и сложных сессий. С учетом того, что трансовое состояние также необходимо человеку, как и сон, я рекомендую тренинг Павла Колесова «Практика самогипноза. Быстрый отдых» всем без исключения. Организм бессознательно все равно возьмет свое, и тут только от человека зависит, насколько он любит себя, любит и ценит себя. Себя и свой организм, заботится ли человек о себе. Если да, то этот тренинг поможет вам осознанно входить в трансовое состояние практически в любых условиях для решения большинства возникающих задач. Трансы из тренинга помогут вам выскочить из синдрома хронической усталости, из состояния отсутствия сил и желания жить. Трансы помогут вам быть полными сил, улыбаться и радоваться жизни. До встречи на тренингах Павла Колесова. Любите и цените себя.